Студенты Приволжского исследовательского медицинского университета готовы в случае острой необходимости подключиться к активной работе учреждений здравоохранения региона. С будущими врачами в областной больнице имени Семашко встретился заместитель губернатора Давид Мелик Гусейнов. Он рассказал о том, какие на сегодня предпринимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе и в стране в целом. В свою очередь студенты выразили готовность наряду со специалистами помогать населению. Прежде всего речь идет о медицинских учреждениях в районах области. Здесь в больнице имени Семашко, может быть, в других больницах Нижнего Новгорода мы инфраструктурно и кадрово, в принципе, сейчас имеем определенные резервы, то мы прорабатываем различные планы в отношении сельских больниц, в отношении отдаленных территорий. Будем очень вас просить нам в этом плане помочь. Как только такая необходимость будет, будем очень рады, если вы проявите себя, скажете, что мы готовы. Я готова прийти на помощь, потому что это мой долг как врача, а также я студентка 5-го курса. Прийти на помощь я всегда готов. Вот. Главное не бояться, не поддаваться панике и думать головой. Сергей Щеплягин, «Время новостей».